Всем привет-привет, с вами Лакайт, и как видите, мы продолжаем видеть этого тролля. К сожалению, очень-очень это тяжко. Может быть, они пособирают тут всякое барахлишко. А, все, мана кончилась. Потому что у нас там вообще-то амуниция всякая для лучника. Население выросло. Новое. Кто-то новый появился. Мим. Кузнец он у нас. Знаете, я думаю, что нам нужно побольше лучников. Прямо... А подожди, а даже так, магов. Пускай он будет магом. Лучник, каменотес, плотник, скалолаз. Значит, ты тоже давай будешь магом. Попробуем задать им общий сбор. Нам нужны лучники, просто массово. Лучники или маги, по нему стрелять. Потому что явно же мы дальше не пройдем, пока он тут сидит, зараза такая. Можно, конечно, подождать так полчаса, наверное. Кстати, если выходишь из игры, у него сердечки обновляются, я заметила. Это очень неудобно. Ну как гном. Я его еще поймать не могу. Не могу понять даже, кто тут. Ага, далековато поставила, похоже. А нет, смотрите. О! У нас маги умеют лечить, что ли? Ну, как-то повеселее пошло. Секундочку. Кто это тут у нас раскидывается чем-то? Совершенно не тем, чем можно. Где там у нас этот маг? Маг. Непонятно, как будто какими-то зельями. Есть у нас там еще кто живой? Думаю, что можно вот так вот поставить. Убегайте отсюда. Сейчас они его побьют, побьют и убегут, надеюсь. Все. Ну и тут, смотрите, прям как-то порезвее пошло. Все, девчонок туда ставим бить. Они, по-моему, не очень хорошо. А, это мальчишка, по-моему. В общем, вы поняли. Ставим бить, а сами тем временем... Что мы сами тем временем можем сделать? Думаю, они к нему не приблизятся достаточно. Так, улучшенные постройки у нас, да? И светильники. Прям сильно надо. Нам нужны просто полуфабрикаты. Видите, тут тряпки дальше. Вот сильно, сильно надо. Переносная лампа, ну-ка. Увеличивает эффект от навыка шахтер. Давайте одну сделаем, например. Дальше, коридорный светильник. И масло, слушайте, и железная руда, мне кажется, это как-то сильно жирно. Свеча. Одна. Свечка. Это свеча. Добротная сальная свеча. 5 штук, кстати. Ну, давайте попробуем. Пускай будет. Всякие разные у нас будут. Красота. Светильник. Ну, тут стекло нужно. Это... А что делать? Надо же как-то прокачиваться. Во, все. Ура. Наконец-то мы открыли секрет изготовления тряпок из ткани. Всего-то навсего. Ладно. Сталь теперь. Сталь уж сталь-то то, что нам точно понадобится всегда. Краски. Воды не хватает. Нужно подкопить вот маны и портал открыть вниз. Набрать воды. Кирпичи, ну, тоже вода. Ладно, это, кстати, большой прогресс. Вот у нас следующее, смотрите, рыбалка. И никто понятия просто не имеет, я уверена, как тут можно прокачивать рыбалку. Реально только вот в это озеро за 20 маны открывать портал.
Боюсь их оставлять наедине. Украшение. Шкура на стену. Щит с черепом. О, нормально. Круглое зеркало. Сойдет. Рождественский венок. Ну, это у нас другое. Это у нас не прокачивает ничего. Но тоже красиво, наверное. Так, деревянный набор стен. Из деревянной стены делается. Давайте, предположим, сделаем деревянный набор стен. Декоративные панели для отделки стен жилища. Ладно. Больше красоты. Мы же любим наших гномов. Готовы создавать им красивые условия для жизни. Сколько тут барахла? Сколько тут барахла? О, алхимию изучили. Прекрасно. А, ну да, только что пикси как раз изучили. Ну что ж, напитки, да? Бочка с вином у нас, чай, пиво. Ну, это все тоже... Ой, не дошли еще до этого. Поставилась? Да, поставилась. Ладно. Как тут у нас дела с котами? Ну вот, бегают, патрулируют. О, мана восстановилась. Обалдеть, как классно. Классно. Что я хотела сделать? Я хотела, во-первых, туда посмотреть. О, водолазный шлем. Как будто он нам нужен. Ладно, удочка. Даже две, даже три, наверное, сделаем, чтобы, когда портал поставим, чтобы максимум извлечь пользы. Так, бочка с вином, ну, обычная бочка сперва нам нужна, мы ее делать не умеем. Вот так-то. Ладно. Ждем, так, вернемся сюда. Ой, прямо, знаете, я жду не дождусь, когда мы ее убьем. И надо, наверное, потом всех подлечим. Хотя я очень надеюсь, что они сами себя подлечат. О, кстати, портал закроем. Ну-ка, выбрать гнома. Подожди. Контроль. Давай-ка сходим наверх. Есть тут что интересного и безопасного? Ой. Нет, валим. Придем потом все вместе. И наваляем. Все. Падает он, да? Ах ты ж зараза. Так, девчонки, не отвлекаемся. Да ладно, это было глупо. С ним-то они справятся, что он какой-то там не страшный. Вот это тут страшный. Так, оштукатуренная стена. Прекрасно. Я обязательно посмотрю на это попозже. Вот чуть-чуть, маленькое злое сердечко у него осталось. Вот эти у него мохнатые ноги, как у сатира. По-моему, она просто не попадает. Ладно, гномы голодны, говорите, да? Больше рыбы, сухарей. Сейчас мы мяско какого-нибудь им подкинем тоже немножко. Мы не особо охотимся просто на этих козлов. Я думала, что их можно будет все-таки на ферму какую-то отправить, единую. Что-то похоже нифига. А где, интересно, штукатурная? А, вот она. Посмотрим. Ну, давай, милая. Кто-нибудь, что может, прибежит, добьет его. Большая кузница. Мы должны видеть это. А, маг пришел. Маги, по-моему, у них посохи хорошо... С точностью у них хорошо. Редко промахиваются.
Тролль повержен. Нам даже табличку написали. А вот этот чувак вот так вот. Можно я тебя поймаю и посмотрю, ты чего такой не одетый-то? А он новенький у нас совсем. Ты у нас повар. Поэтому с кухонным ножом. Тебе топор. Кирка. Кто ты у нас будешь? Нет. 30. Меч тебе. Вот тебе меч. Броня. Хорошая броня. И повар, да? Ну, вот тебе корм. Все. А он у нас не исчезнет? Он будет так у нас лежать? 7 минут, кстати, до следующего пришествия. Новое задание. Ну-ка. Новая технология, прочная броня. У нас тут 13 страниц, на самом деле, новых заданий. Найдите железную руду, найдите песок. Ну, границы под замком, я считаю. Такс. Бутылка с водой. Большая бутыль содержит много воды. Мы никак не, похоже, не можем превратить в воду. Парашют у нас есть. С ума сойти. Книг каких-то целая уйма. Что я хотела сделать? Что я хотела сделать? Ой, я забыла, что я хотела сделать. Да. Лежит тролль? Нет, все, не лежит. Развалился на плесени на липовый мед. А, да я просто бутылку смотрела. Все, понятно, чего я туда залезла. Ну да, я думаю, что это большая победа на самом деле. А, все, вспомнила, что я хотела сделать. Я хотела поставить то, что у нас все-таки забрали сверху, там какую-то... Какой-то генератор маны или что-то в таком духе. Сейчас надо понять, куда же они могли его положить. Вот он, генератор маны, правда. Так, еще раз, что он вообще делает? Так, ускоряет восстановление маны. Ну, прекрасная вещь, мне кажется. Угу. Елки-палки. Нет, тут у нас свой сад. Ну, прекрасное место. Вообще тут, мне кажется, никто не дойдет, никто не сломает никогда в жизни. Все, золото у нас есть. Врата портала. Поддерживает портал открытым, постоянно подпитывая его маной. Включайте, если не пользуетесь. Мне кажется, что надо попробовать его купить. Вот тут, смотрите, есть песок. Ну, немного, но есть. Есть рыба. Возможно, имеет смысл действительно сюда его поставить. И периодически его включать. Где он у нас только? Как обычно, елки-палки потеряла. А, подождите, а что я его потеряла? Потому что там еще лежит. Все нормально, он под ногами у этого. Вот этого ельфа. Гномы голодные. Они у нас досыта никогда, по-моему, не едят. А, или сюда не нужно. Так, свет мы тоже весь включаем. О, прекрасно, улучшенные технологии. Что это нам дало? Ничего, украшения у нас открылись. Они у нас и были открыты вообще-то. Копать. Тут тоже все копаем. Все это убираем. Вот там бочки, кстати, может быть, это как раз бочки для вина нам пригодятся. Все, вот эти доски все. Попробуем большая кузница.
ну да, действительно, до конца, видимо, дошли. Все, большая кузница. Вот теперь, да, проковырять. Где ковырять будем? Хороший вопрос. Вот тут вот, наверное, меньше всего, легче всего проковырять. Давайте ковыряем. Трекс. Ну, все, все прекрасно, мне кажется. Эти мышей еще попросим. А, у нас еще вот тут, кстати. Вот, вот куда нам нужно. Вниз. Вниз. Свет включаем. Бочки. Удаляем. Сейчас треснувшая бочка наверняка нам откроет обычную бочку. Смотрите, вот это вот такая красивая. Они по ней супер быстро лазят, кстати. Мне бы хотелось, может быть... Можно что-нибудь отковырять, хотя, по-моему, нет. Давайте вот эту, например, попробуем удалить. Вдруг нам дадут чертеж, чтобы ее чинить как-то. Ой-ой, волнуюсь, волнуюсь. Сейчас как откроется же. 15 секунд осталось. 2, 1. Все, открылся. Горы портал ставим. Вроде они действительно успевают как-то. Так, нет, убегаем, 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 малышка. Ну, какая же она смелая, вот это вот, просто ужас. Ой. О, еще одно место не нашли. Вот тут вот мы еще не сходили сюда, не увидели, что тут есть еще враги. Рано расслабились, все нужно очень хорошо исследовать. Так, друзья, давайте вот порталов куча. Все больные убегают. Где еда? Ладно. Для героев можно и поляну накрыть. Что у нас там? Ну и шкука яичницы, грибной салат. Вот уж точно поляна, так поляна. Все, возвращаемся. Ой, куда, не туда куда-то вернулась. Так, ой, а что ты будешь делать? Мы отменяем, а то они не хотят мне идти никуда. Так, давайте сюда сходим, посмотрим, кто это у нас тут. Так, непонятно. А нет, нету тут никого. Все понятно. Нету, так нету. Лишнее все тут ломаем. Доски удаляем. Все, отбились. Это пока что нельзя закрыть. У нас только одна кузница, что ли? Нет, вон еще кузница есть. Странно, да, что здесь именно решил сталь делать. О, мифрил! Если это мифрил, то это прям супер классно, потому что... А, ну да, яйцо дракона. А сколько, интересно, оно стоит? Где наши деньги, кстати? Я купила 2, что ли, портала? Сейчас посмотрим. Нет, 1. А, ну, ладно, у нас было не так много денег, ладно. Так, портал. У него еще... А, вот, шикарное место. Мне кажется. Так, рыбалка. И песку мне добудьте. Я, правда, надеюсь, что им сейчас не очень-то до этого, что они отдыхают плодотворно.
Кожи нет, просто плодотворно ходит туда-сюда. Ну что, доломаем, сквозной проход будет попроще, полегче. Если честно, я очень боялась, что у них теперь каждый раз эти тролли будут вылазить, и все, и будет это просто полный капец. У нас же новогоднее прохождение. Я думаю, что нам обязательно нужен олень Рудольф. Это же явно Рудольф, да, судя по красному носу. Тут вот только поставить еще. Вот сюда поставим. Ну, мы атакованы. Ой, милая. О! Ничего себе, с него сколько сала и мяса. Так. Ясно, я отвлекла их. Надо было... Портал так никто не поставил мне. Ну, вообще. Опять его искать, куда мы его положили. О! Потеряли портал за 45 монет. Офигели, господа, я смотрю. Реально нету. Мне бы где-то посеяли, значит, по дороге. Я, по крайней мере, надеюсь, что это не просто глюк. Это было бы совсем уж по-дебильному, по-идиотски. А, вот он, портал. А, и у нас еще он был вот здесь. Поставьте мне портал, пожалуйста. Новое задание. А, полуфабрикаты, наконец-то, наконец-то. Я так понимаю, ткани мы... О, создали ткани. Сейчас мы просто ударными темпами пойдем. Что мы? Кровати сделаем. Две, да, можем сделать. Стул со спинкой сделаем. И вот такой вот сделаем стул. Шкафчик с посудой, сломанная полка и добротные мебели. Вот, добьем, наконец-то, добротную мебель. Все. Прекрасно, прекрасно. Наконец у нас откроется кожаная броня. О! Удалить врата портала или использовать. Сейчас этот портал закончит работу. Так, ты рыбак. Скажи, что ты рыбак, пожалуйста. Рыбак! Ура! А я говорила, помните, типа, зачем нам рыбак? А он вон рыбу нам ловит. Надо бы еще воды подобывать, конечно. Задание выполнено. Рыбалка. Надоело ему рыбу ловить. Использовать. Сколько, интересно, он маны жрет. Ну, вроде не сильно много пока что. Как было, так и есть. Кто их тут атаковать-то смог? Есть прогресс, смотрите. Ковыряем, ковыряем. Очень-очень нам нужен песок для всяких разных нужд, к сожалению. О, шкура на стену. Сейчас это все, кстати, надо еще и поразвешивать бы. Естественно. Что еще? Бочка с вином. Нет у нас бочки пока что, к сожалению. Ничего страшного. Будет, все будет. Еще одно зеркало, разве что. Все, ура! Украшения у нас изучились. Теперь, наконец-то, работа с камнем. Ага, и тут вода.
Чего-то не хотят идти сюда люди. У нас вот, ну, открыт, нормально. Это просто на мебель изучили, открылась кожаная броня. Стальная кирка. И кто еще? О, прочный короб. Вот классно. Он, по-моему, вообще много-много. Увеличит максимальное количество предметов, которые может переносить гном на 2. Хорошо. Кольцо навыков. Набор быстрых лестниц. Ведро с червячками. Какая прелесть. Это рыбаку нашему сейчас дадим. Одеть. Так, сейчас. Воин, лучник, каменотес. Рыбак. Вот тебе ведро с червячками. И беги нам рыбу ловить. Пока что мана только восстанавливается. Так что немного вот этот портал тратит маны, так что вообще хорошее приобретение. Так, еще по поводу полезных приобретений магического толка. Хранитель душ. Смотрим, что умеет. Хранит душ погибших гномов для возможного воскрешения. Нам нужно яйцо дракона. Возможно, его можно купить здесь. Давайте посмотрим. Не тут. Так, 10 монет. Купить. Все, видите, как я деньжищами раскидываюсь. Ну, нам это надо. Чтобы у нас навыки просто не пропадали уже у наших гномиков. Выглядит как будто прямо хорошо у нас все идет. Так, проковыряли тут, ну, где у нас там следующую ковырялку ковыряли? Вот они. Все, не, ну, прогресс есть определенно. Я сама запуталась, если честно. Окно вот тут, да, все. Если вот эту статую, ее невозможно перенести, если мы ее сломаем, то она сломается, тоже превратится там в какой-то песок. Сейчас, думаю, мы все, что мы тут вот в украшениях наделали, мы все это сейчас повесим на стену. Здесь вот, чтобы было шикарно. Да. Потому что чем больше шикарность, тем круче у нас восстанавливается здоровье. А это очень важно, естественно. Это самое важное, наверное, это скорость восстановления здоровья. Кроватку обновляем. Что у нас еще? У нас есть еще вот такие декоративные стены. Тоже, я думаю, неплохо. Так. Это комната вождя просто. Все. Что еще у нас есть интересно? У нас есть дешевая стена. Дешевая стена. Заменить ветхую стену давайте. Заменить. Все. Деревянные колонны можем поставить. Здесь есть у нас где-нибудь колонны? Нету колонн. Думаю, что можно вот это тоже сломать, чтобы у нас ширь тоже была побольше. Повышаем комфорт. Поплавок. Для чего у нас нужен? Увеличивает эффект от навыка пловца. Ну, это фигня. Мы это делать не будем. Так, работа с камнем, да? Несущая колонна, несущая стена. Каменный мост, каменная колонна, каменная стена. Вот это самое интересное, наверное. А нет, смотрите. Вот тут не требуется вода. Сразу очень интересно. Очень. Каменный мост. Сложные постройки. Деревянная башня. Она может
отстреливаться на расстоянии. Это интересно, правда? Надо будет подумать, как, куда это вообще. О, металлическая лестница! Вот она супер быстрая. Мне это очень понравилось. Класс. Запертый сейф, лестница без перил и прочный короб. Их, они точно понадобятся всем. Они повышают эффективность каждого гномика в отдельности. Набор быстрых лестниц. Позволяет гному самостоятельно устанавливать несколько секций временных лестниц, чтобы добраться до цели. И веревки у нас кончились. Надо посмотреть, у кого что в руках. О, давай, кузнец вообще просто безобразно одет. Давай, ты у нас больше не маг, я передумала. Серебряный тебе меч вот в руке. Ботинки хорошие, все, прекрасно, прекрасно. Интересно, порванные вымпелы тоже, наверное, как-то можно улучшать. Но не факт. Не знаю. Пока что не знаю. Стальной топор. Давайте парочку. Ну и стальных кирок. Видимо, на кирках прокачаем эту кожаную броню, потому что она, тут видите, вся закрыта, к сожалению. Пока что не можем ее открыть. Видимо, где-то там, поглубже, вот, сможем ее открыть. Фермерство. Вот до фермерства очень хочется дойти. Как у нас тут дела. Кто-то тут. Давайте подбиваем воду. Тут проблема, мне кажется, в том, что тут дождиков не бывает. И эта вода, возможно, последняя. Вообще. Есть у меня подозрение, что вода тут в бутылках вот этих вот добывается, больших. Где они у нас там? Эти бутылки. Где-то они у нас есть, короче, эти бутылки. Мебель это что ли? Вот, на бутыль с водой. Вот, вероятно, она из 9 воды состоит, но мы пока что ничего не можем с этим сделать. Просто потом научимся, вероятно. Ладно, как еще рыбалка прокачивается? Она прокачивается, естественно, приготовлением еды из рыбы. Так что давайте жарить. Масло. Побольше. Ага, и бутылок давайте, да, побольше. Все, будем жарить. Все, рыба кончилась, ладно. Еще добудут, никуда не денутся. Нет, вот тут рыбалка, да. Рыбалка. Кольцо навыков. Давайте кому-нибудь крутому это выдадим. Ага. У него хорошо одет, кстати. Очень даже. 18. Ладно. Железный топор. Не, ну, хорошо одет. Вообще никаких претензий. Тут вот кирку можем железную сделать. Что? Что еще можем сделать? Ничего не можем сделать. Ладно. Мне нравится этот портал. Вообще сильно нравится. Очень, очень удобно. Не так уж сильно он тратит ману. Может быть, замедляет ее восстановление? Гномы голодны. Знаете, гномы как кошки. Я кошки тоже постоянно хотят жрать. Я и напоминаю об этом. Только тогда получают. Смотрите. Я считаю, что это просто комната реально вождя. Как бы назвать вождя их? Ярл. Комната ярла. Штукатуренная стена. Давайте куда-нибудь. Ну-ка, о, смотрите, действительно, комната, все, вот это тоже считается комнатой.
Давайте попробуем заменить ржавую стену на штукатуренную. Какая-то рисовка как будто поменялась. Кузнец на дуде и грец. Ну да. Больше ничего не можем сделать. Это же лестницы, эти лестницы. Вот лестницы можем позаменять. Например, вот эту. Ага. Так они не заменяются. Удаляем сломанную. Мы не будем пока что деревянные менять. Но сломанные уберем. Идеально. Потому что это у нас такая самая частая траектория движения. Ее нужно максимально ускорять. Ну как, не наловили еще нам рыбы. Тут что-то лежит или нет? Нет, не лежит. Ладно. Тут как назло ни баранов, ничего нету. Кстати, по поводу баранов. Они добыть нам мясо. Где бараны там все? В Тейфорде много было, а сейчас вообще нифига. Ладно. О. Сломали. Чиним. Раз, два, три. Они вот по этим отремонтированным лестникам прям очень-очень реально быстро двигаются. Что у нас тут еще? Мне кажется, надо добавить котиков. Ой, тем более, что у нас их нереальное количество. Арр, не хотят! Вот сюда встал котик. Так, ну и судя по всему... Очень так типично появляются вот в таких вот как раз местечках. Здесь вот, ладно, может и не типично. Но все равно этих котиков в море. Что можем поставить их куда угодно. Жалко, они не делают мимими к общему настроению. Ха, нет, ну... Ёлки-палки, где наш рыбак? Чем он занимается? Должен заниматься рыбой. По-моему, тут приоритет как раз профессия. А, нет, смотрите, чего тогда был? Просто не донес. Все, ладно. После исчерп он прекратил на него бузить. Тут у нас есть птица. Ищем животных. Животное, животное, животное. А, вот они просто все здесь прыгают. Ура! Ой, слушайте, это очень хорошо. Это очень хорошо. Пшеничные зерна. Со столько колосьев пшеницы найти. Мельница, мука. А у нас ни пшеничных зерен, ни колосьев, да? Как же мы будем поливать, выращивать? А, нет, вот они, пшеничные зерна, на месте. Так, давайте... Пробуем их посадить. Кстати, их сажать нужно в землю. Ага, тоже вопросик. Как это все осуществить? Сейчас мы подумаем, сейчас подумаем. Так, есть у нас немножечко земли. Чернозем. Так, заменяем давайте. Вот это все заменяем на землю. Вот здесь у нас будут выращиваться... растения. Главное, чтобы мне нужно было сильно много воды. Я не помню, нужна ли там вода. Вот такая вот, такой вот поле у нас будет.
Чего ты не хочешь сюда сажаться, интересно? А, может, уже посадили? А, или коридорный светильник, наверное, мешает. Вот так вот, быстренько все сейчас. Да, коридорный светильник мешал. А тут что мешает? Непонятно. Ладно, мы сейчас наладим производство, наконец-то, еды. Так, инкубатор для яиц. Положите на него любое яйцо и посмотрите, что из этого получится. Я думаю, что лучше. Что лучше драконье яйцо сюда точно не класть. Ладно. Выращиваем. Значит, пшеницу и потом займемся инкубаторством. Потому что там нужны колосочки вот эти вот. Что у нас с рыбалкой? Ой, ну прям рыбачит. Ой, сейчас будет опять наплыв. У нас, кстати, появилась нормальная еда. Вот сейчас еще хлеб научимся печь. И будет совсем все хорошо. Знаете что, если мы сейчас начнем разбираться с этим наплывом, то это будет еще на 20 минут. Серия получится уж слишком долгой. Поэтому не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И мы с вами обязательно встретимся завтра. И будем разбираться с этим наплывом. Ну, естественно, пойдем вниз. Потому что, я думаю, пора вниз. Все, всех целую, всем пока!